Налоговые поступления в национальный бюджет к началу октября составили 29 миллиардов 100 миллионов леев, что почти на 342 миллиона или 1,2% больше аналогичного периода прошлого года. Данные обнародовала Государственная налоговая служба Молдовы. Больше всего доходов ведомством обеспечено в государственный бюджет – 12 миллиардов 300 миллионов леев. Однако из-за приостановки деятельности ввиду пандемии коронавируса этот показатель уменьшился на 419 миллионов 600 тысяч леев. В то же время поступления в местные бюджеты выросли на 5 миллионов 200 тысяч, составив 3 миллиарда леев. В социальный фонд на 5,8% до 10 миллиардов 300 миллионов леев. А в фонды обязательного медстрахования на 1,5% до 3,5 миллиардов. Налоговые органы традиционно являются одним из основных источников пополнения казны государства. По итогам первого полугодия их отчисления составили 8 миллиардов 93 миллиона леев, более 46% от всех доходов госбюджета Молдовы.